Богдан, поздравляю с победой. Это ваш дебютный поединок в чемпионате Украины за первую команду. Какие эмоции? Самое лучшее. Счастлив, что удалось дебютировать за первую команду. Я к этому шел с самого детства, и поэтому. Но еще нужно очень много работать. Как оценишь сегодня свою игру? Намного лучше можно было сыграть и забивать моменты свои. Для этого буду дальше работать. Но, тем не менее, удалось сделать голевой пас. Возможно, это у вас с Георгием Судаковым такая отработанная схема еще с молодежного состава? Да, конечно. Мы чувствуем очень хорошо друг друга еще. Мы с самого детства вместе, поэтому у нас это наработано. А как чувствуешь свою физическую форму? Есть ли различия, как играть с первой командой, либо же с молодежным составом? Скоростя быстрее. И сегодня, в принципе, не так сильно устал, как мог, но... Спасибо за шанс, который мне дали на это время.